Ранним утром в парке обнаружен труп молодой женщины. Эксперты устанавливают, что она была убита несколькими ударами твердого предмета округлой формы. Ограбление исключается сразу. Из лежащей рядом с трупом сумочки не пропали ни деньги, ни украшения. Насилию убитая тоже не подвергалась. Оперативники обследуют находящиеся неподалеку от парка кафе и выясняют, что девушка заходила в один из них. И не одна, а с молодым человеком.